Здравствуйте, мои дорогие друзья! Сегодня я буду готовить очень вкусный и невероятно красивый салат, который обязательно должен стоять на вашем новогоднем столе. Один свежий огурец нарежем мелкими кубиками. Отправляем в миску. 150 грамм вареной колбасы также нарезаем кубиками и пересыпаем к огурцам. Пятьдесят грамм твердого сыра измельчим на мелкой терке. Добавляем в миску. Всыпаем 100 грамм консервированного зеленого горошка. Два вареных яйца мелко измельчим кубиками. Отправим в миску. Заправим это все 2 столовыми ложками майонеза и тщательно перемешиваем. Перекладываем салат на отдельную тарелку и формируем елочку. Займемся украшением новогодней елки. Мелко измельчаем один пучок свежего укропа. И посыпаем сверху на елку. Ложкой разравниваем укроп по всей елке. В виде гирлянд мы будем использовать консервированную кукурузу. А помидор нам послужит красивыми новогодними шариками. Отрезаем края помидора с 4 сторон и вырезаем кругляшки круглой формочкой. Украшаем наш праздничный салат. Пошаговый рецепт вы найдете на моем сайте вот здесь. Также из помидора я вырезала звездочку. Салат готов. Друзья, а как бы вы украсили этот салат? Давайте вместе подискусируем внизу под видео. Такой салат придаст вашему новогоднему столу особенную атмосферу праздника, а у вас не отнимет много времени. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, а вам я желаю приятного аппетита и готовьте с удовольствием.